First. Все в твоїх руках. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною зараз Роман Світан, це військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, вам вітання і слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Я би нашу розмову хотів почати із, навіть не почати, а присвятити статті Валерія Федоровича Залужного, а точніше навіть окремим її тезам. Я думаю, що можемо почати із кризи безпеки. Я вам зацитую частину із цієї статті. Вторгнення в Україну в лютому 22-го року спровокувало глобальну кризу безпеки. Наступ на демократію з боку морально хворої імперської держави у центрі Європи порушив баланс сил в інших частинах світу. Зокрема, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Неспроможність багатосторонніх органів, таких як ООН та Організація безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, підтримувати порядок означає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність лише за допомогою військової сили. Чи дійсно зараз військова сила – це єдиний шлях для нашої держави, зважаючи на той факт, що ворог переважає нас як у кількості живої сили, так і в кількості бронетехніки, скажімо так? Ну, если посмотреть на череду определенных конфликтов и войн, которые велись за последние, ну, лет 50 как минимум, можно увидеть очень интересную зависимость, когда большие страны, ядерные, с большим количеством сил, средств, армии и так далее и тому подобное, проигрывали и убегали с тех территорий, которые хотели завоевать. Это касается и Вьетнама, Америка убежала, Южная Корея, вернее, корейский конфликт. Это касается афганский, Советский Союз, великая ядерная держава, 10 лет, за 10 лет не справилась, не удержала территорию, убежала с позором однозначно, потеряв тысячи человек. Непонятно, что там делали тогда в то время. Последние конфликты, даже в прошлом году, та же картина, связанная с бегством, и в этом, то есть она добавилась, так сказать, в течение года, если смотреть, связанная с бегством из Афганистана американцев, тоже ядерная держава с великими авианосцами и так далее и тому подобное. Не справились они с тем же Афганистаном, то есть опять же туда же полезли, называется. То есть если народ борется за свое существование, за свою территорию, то какая бы держава ни была, какая бы она ни была великая, ядерная, ядреная или еще какая-нибудь, она проигрывает однозначно. Потому мы боремся за свою территорию, мы боремся за свое выживание, так как у россиян задача геноцида украинцев, это же еще хуже, то есть хуже, чем были все остальные конфликты. Геноцид украинцев, у россиян задача уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Это в движении, так сказать, в борьбе за первородство. Это вот проблема всегда, когда отставшее государство, отставшее от корней, пытается вернуться к прародительнице, так называемой. Почему их и тянет к Киев? Мать городов русских, кто-то обматюкал его, и вот создал такую проблему навсегда, называется, пока Российская империя не развалится. Потому у нас одна задача, нам надо восстановить свою территорию, восстановить суверенитет, территориальную целостность. И вариантов других, как это сделать военным путем, абсолютно нет никаких, так как против нас империя, которая поставила своей целью уничтожение нашего государства. Только военный путь. И еще раз повторюсь, исходя из окончаний тех конфликтов, то есть результатов такого рода борьбы за последние лет 50, как раз такие страны, как мы, с таким количеством людей, с такими задачами выиграют у серьезных и уже, я бы так сказал, более серьезных, чем Россия, стран. В России до Советского Союза, как до Киева, рачки. Ну, естественно, России до Соединенных Штатов, которые также убежали с Афганистана, тоже так же само. То есть, по большому счету, мы здесь обречены, так сказать, на победу. Однозначно, потому что у нас правильные, грамотные, богоугодные цели. Угу. Вот, якщо перейдемо до інших, якби, основних тез цієї статті, знову цитую,
Наступний пункт. Зараз війна переходить у нову стадію, те, що ми, військові, називаємо позиційною війною статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу маневреній війні, руху і швидкості. Це буде вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що у кінцевому підсумку загрожуватиме Збройним силам України і самій державі. Які у нас є варіанти у наших Збройних сил, якщо світова спільнота просто не здатна, не в змозі або не хоче забезпечити нас достатньою кількістю систем для кількості насамперед кількісної переваги над російським ворогом? Я би так добавив, вынужденно переходит в режим позиционных войн, именно вынужденно из-за недостатка вооружений. И некоторых других вариантов, ну, некоторых других причин, но основной недостаток именно вооружений. Ну, и связанные в том числе и с наступлением осенне-зимнего периода, который мы, в принципе, можем использовать для выполнения своих целей. У нас сейчас одна из таких основных задач – прикрыть восточное направление от наступления россиян, там, где они пытались наступать, и в районе Купянска, и в районе той же Авдеевки мы это видим. Нас прикроет погода, так как на Донбассе, когда начинаются дожди, там никакого, ни о каком наступлении говорить можно, двигаться нельзя, потому можно будет говорить, но мы прикроемся. А вот переходить, допустим, в статику на Южном и Западном фронте, у нас есть возможность этого не, то есть не переходить. Есть возможность двигаться в осенне-зимний период, в те же дожди двигаться в сторону Токмака и форсировать Днепр, или, по крайней мере, с помощью разведгрупп или малых подразделений выполнять задачи по деоккупации левого берега, пока как минимум отодвинуть линию фронта от Херсона. Но для этого надо достаточное количество сил, средств. То есть у нас есть возможность, нет просто средств как таковых. Потому Залужный очень правильно, грамотно показывает проблему. И как нормальный и грамотный командир сразу же показывает метод ее решения. То есть вот проблема, вот метод решения. Увеличьте количество боеприпасов, увеличьте номенклатуру техники, вооружений, надо однозначно самолеты, но здесь вопрос уже вроде как решается, и нужны дополнительное количество ракет на данный момент, и номенклатура ракет, не только «Атакамс» для «Хаммерсов», нам нужны еще ракеты М-26, малой дальности 30-километровые с кассетными боеприпасами, чтобы ускорить уничтожение россиян и ускорить движение как раз, не переходя в статический режим, то есть как раз двигаясь дальше, потому что такая возможность у нас есть и вдоль все, то есть за весь осенне-зимний период, а уже весной при появлении самолетов, здесь Залужный тоже его это подсвечивает, самолеты нужны для того, чтобы опять же увеличить эту скорость. Вот мы до літаків зараз теж перейдемо, вот на вашу думку, стаття Валерія Федоровича більше розрахована на українську аудиторію, чи все ж таки на західні суспільства, тому що в нас вона якби трошки, ну, дуже м'яко кажучи, є чимала кількість людей, яких вона задезморалила, скажімо так. Хоча насправді, якби ми не почули там чогось нового і дуже жахливого, всі прекрасно знають проблеми української армії, я маю на увазі в Україні, здавалось би. Але на ділі вийшло так, що от інколи дзвонять і кажуть, там таке написали, таке страшне сталося, а насправді, якби, ну, ці проблеми є, так, про них говорять, їх вирішують, то питання в тому, як ви думаєте, чи це для нас, чи це для західної аудиторії, для того, щоб вони подивилися, з якими проблемами зараз стикається Україна, і що ці проблеми теоретично можуть вирішувати не тільки, якби, в українському військово-політичному керівництві, а це і завдання наших друзів і партнерів у тому числі. Во-первых, это возможность показать свою позицию. Вот пессимизм вызвала статья, скорее всего, у гражданских. Почему у военных этого пессимизма нет? Потому что военные прекрасно знают, как работает система управления армией. Она чуть отличается от гражданской и тем более от медийной, допустим, или политической как таковой. В армии принято, даже не принято, это сама система так работает. Когда командир подразделения, командир какого-то направления или ответственный за участок, он докладывает о проблеме, сразу показывая механизмы ее устранения. По-другому в армии не работает, то есть нет
Нет такого, чтобы командир пришел, поплакался, вот у меня тут все плохо, и ничего не предложил. На следующий день ты уже командиром не будешь. Тебя просто снимут, поставят того, кто придет с проблемой. То есть проблему надо обязательно показать и тут же показать механизм ее решения. И тогда это командир, тогда это начальник того участка, который, на который его можно поставить, он будет отвечать за него. Так вот, именно такие доклады о проблемах, причем довольно-таки солидные доклады, то есть развернутые доклады о проблемах, показывая все проблемы, то есть все рычаги этой проблемы как таковой, изначально откуда она произошла, и тут же важно показать методы устранения этой проблемы. И именно так работает армия, и так, кстати, в таком же ракурсе и генерал доложил, можно так сказать, и нашему обществу, и, естественно, нашим партнерам в таком режиме, в военном режиме, он же не политик, он не медийщик, он в военном режиме доложил для того, чтобы решить вопросы, то есть показал проблему и тут же методы ее решения. И это надо, кстати, воспринимать действительно с положительной такой оптимистичной, с оптимистической позицией, так как есть механизмы решения, есть понимание проблемы и даже сроки ее, так сказать, решения как таковой, сроки выполнения как таковые с намеком на следующий год и подготовка к выполнению задач уже следующего года. Потому здесь как раз вот с точки зрения военной, или как, по крайней мере, военные здесь увидели много положительных моментов, причем для себя поняли направление действий. То есть в армии это та же самая картина. То есть показывают проблему, показывают метод решения, а это уже, значит, показывают механизм практически, можно, называется «бери, беги и работай». То есть примерно так. Вот в таком режиме генерал Залужный и для наших, и для общества, и для наших партнеров показал, развернул в ближайший как минимум год, над чем надо работать, и здесь плюс однозначно. Ну от якраз пріоритетом номер один він називає контроль над небом, необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку, це він про літаки саме говорить, каже, що на початку війни у нас було 120 бойових літаків, з них лише третина була придатна до використання. На яку кількість авіації зараз може розраховувати Україна, щоб отримати не лише якби якісну, але і кількісну перевагу над росіянами, бо ми ж розуміємо, що кілька F-16 вони не вирішать усіх українських проблем, бо у росіян теж є системи ППО, і вони, на жаль, теж вміють і можуть збивати літаки. Діло в тому, що кількісне превосходство над росіянами вряд ли ми получимо. Для цього нам треба передати кілька тисяч самолітів. У росіян дійсно не сотні, у них тисячі самолітів. Вони зараз піднімають зберігання, чуть ли не МиГ-21, на которых я еще в свое время учился 20-летним пацаном, летать на третьем и четвертом курсах летного училища. То есть они даже 21-й уже поднимают. А это значит увеличивают, и к МиГ-21 поднимают летчиков, кстати, примерно моего возраста, те, которые еще на них летали в свое время. То есть поднимают всех и вся, ставят на крыло, и пытаются как раз количеством задавить то количество F-16, которое нам только пока предположительно подойдет весной. Об этом, кстати, генерал Залужный говорит. Ну, примерно так, дорога ложка к обеду. То есть вчера эти F-16 могли бы выполнить какие-то задачи максимальные, а завтра они будут уже выполнять их в обрезанном виде, так сказать. И тоже правильно, потому что и количество самолетов у россиян увеличится в разы, и система ПВО у россиян, по крайней мере, они вот последнее время поставили на боевое дежурство уже новые ракеты 300-километровой дальности, причем и наземного старта, и воздушного старта, то есть и С-400, и в том числе и Су-57 будут подключены к такого рода задачам. Вот как раз они готовятся встретить F-16, потому F-16 однозначно надо будут, но они уже должны быть не первых модификаций, или, по крайней мере, основная часть должна быть новых модификаций уровня блок 50-52, 60-62, 70-72+, то есть это уже уровни новых блоков с новыми модификациями ракет и в том числе авионики, которая могла бы
на равных бороться и с ракетами противника С-400, то есть зенитно-ракетными комплексами, и с ракетами, запущенными с тех же Су-57, или F-16 станут очень легкой целью и для одного, и для другого вида поражений. Потому Залужный тоже об этом говорит, как раз об авиации. То, что авиация во главе угла, ну, можно посмотреть на израильский конфликт, который сейчас разворачивается. Вот так правильно, грамотно выполнять боевую задачу. Там вопрос целесообразности, так сказать, и в некоторой причинности, причинно-следственных связях. Но если смотреть чисто технически, то вот так сначала заходит авиация, выполняет уничтожение объектов, сначала ПВО, если они там есть, дальше дочищает наземное фортификационное сооружение, а после этого только начинаются наземные операции. В таком режиме и мы должны были работать. Если бы у нас за 30 лет был куплен хоть один самолет, ну, одного было бы недостаточно, но хоть один. За 30 лет независимости Украина не купила ни одного истребителя. Потому пришли и сейчас бегают те, которые не купили, самое интересное. Теперь бегают с притянутой рукой, отдайте нам самолеты, помогите, так сказать, бедным и нищим. И Залужный об этом четко показывает именно по авиации, потому что авиация сейчас в этом тысячелетии – это краеугольный камень любого при принятии решения любого наступательного действия на Земле. Ще один, до речі, пріоритет і проблема, про яку говорить Валерій Залужний, це контрбатарейна боротьба і знищення ворожої артилерії. У цій війні, цитую, як і в більшості минулих воєн, артилерійський, ракетний і реактивний вогонь становить 60-80% усіх військових завдань. Коли ми вперше отримали західну зброю минулого року, ми досить успішно виявили та вражали російську артилерію. Але ефективність такої зброї, як «Екскалібур», американські снаряди з GPS-наведенням різко знизилися через вдосконалення російських засобів радіоелектронної боротьби. Плюс росіяни, як ми знаємо, використовують зараз активно ланцети для того, щоб атакувати і знищувати українську артилерію. Як цьому протидіяти? Ну, от якщо росіяни знайшли механізм протидії, допустимо, «Ескалібуру», а це, опять же, та ж GPS-навігація, а це значить определені радіорелейні і радиосвязь как таковая, то также в таком же ключе надо искать и противодействие тому же ланцету. Увеличение средств радиоэлектронной борьбы. РЭБом можно закрыть вообще весь фронт. Просто надо достаточное количество систем радиоэлектронной борьбы и их модификаций, которые могут быстро подстраиваться под новые вызовы. Потому те же ланцеты, за ними можно не гоняться. Хватит одной станции, которая отсечет или перехватит, или отсечет систему управления. Ланцетом он же ничего не сделает, потому что он управляется. Управляется оператором либо напрямую, либо через дрон и транслятор, который также можно потушить с помощью тех же систем радиоэлектронной борьбы. Этим надо было просто заниматься. Россияне этим занялись с самого начала. То есть, как только началось вторжение, они подтянули системы РЭБ, которые, если честно, ну, не показали себя очень плохо. То есть РЭБ российская, ну, она была при входе, по крайней мере, из рук вон плоха. А потом они подстроились, они, исходя из полученных данных, систем управления наших разного уровня, в связи, то есть уровней связи, они подстроились и сейчас действительно, РЭП россиян, но она довольно-таки на хорошей высоте против тех средств поражения, которые у нас есть. Это не то, что она там лучшая в мире, а они просто подстроились под те средства поражения, которые у нас есть, и подстраиваются очень быстро. Иногда бывает еще до того, как к нам средства заходят, а у них уже есть определенные таблицы настройки или противодействия. Здесь уже большой вопрос к нашим партнерам, а как они их получают. То есть либо российская, слишком хорошо работает российская разведка, а это тоже вопрос к нашим партнерам, либо у партнеров слишком хорошо течет, что доходит до россиян быстрее, чем до нас информация, что нам будут передавать. То есть по большому счету здесь однозначно есть проблема, и здесь как реальный серьезный командир показывает эту проблему и тут же показывает, как ее решать. Надо, то, что я уже сказал, надо
увеличивать количество своих станций радиоэлектронной борьбы и увеличивать их качество для того, чтобы можно было полностью нивелировать работу российских средств поражения на радиосвязи, по крайней мере. Ну а контрбатарейная борьба, правильно, россияне-то чем берут сейчас? Большим количеством тех же ланцетов, которые пытаются вывести из строя нашу артиллерию. То есть это даже не контрбатарейная борьба, можно сказать, это просто попытка уничтожить наши батареи, наши артиллерийские системы. Контрбатарейная борьба – это когда ведется борьба между артиллерией как таковой. То есть, и опять же, россияне ведут контрбатарейную борьбу с помощью, понятно, контрбатарейных, вернее, локаторов, которые включаются в эту систему, и с помощью тех же беспилотников, которые являются, как, вернее, которые используются как глаза артиллеристов для выполнения задач прицеливания, корректировки разведки, доразведки и подтверждения выполнения боевой задачи. То есть опять, чем против этого бороться? С теми же средствами, в том числе радиоэлектронной борьбы. И еще раз в этом смысле я Залужный четко показал механізм виконання бойової задачі. Угу. Ще один із принципів або з пунктів Залужного – це технології подолання мінних перешкод. Цитую, на початку війни ми мали обмежене і застаріле обладнання для цього, але навіть західних поставок, таких як норвезькі танки для розмінування і ракетні пристрої для розмінування, виявилося недостатньо з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягалися на 20 кілометрів. Коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко відновлює їх, випускаючи нові міни із відстані. Що робити із цією проблемою, бо ми насправді знаємо, що є від наших партнерів різноманітна техніка, яка дозволяє розміновувати там, в тому числі і міклік американський, але є нюанс. Кожен раз, коли така техніка підходить до мінних полів, росіяни кидають абсолютно усі свої сили для того, щоб її знищити. Як тоді протидіяти цьому, зважаючи на той факт, що, знову ж таки, як каже Залужний, в росіян є система дистанційного мінування, і будь-які розміновані поля, вони так чи інакше замінуються знову. Просто питання буде в тому, що вони зможуть це зробити на дистанції там в умовних 20 кілометрів вглиб. 15. У них є земледілля, так називаємо, це РСЗО, яке мінує дистанційно. Так от 15 кілометрів. А на 15 кілометрів, по большому счету, з хорошим ретранслятором достане навіть FPV-дрон. Потому здесь как раз увеличение количества наших боевых дронов даст возможность уже пресечь россиян в такой деятельности, в повторном минировании, особенно дистанционном, это как минимум. Все-таки 15 километров – это слишком близко к линии фронта, это раз. А это еще и режим той же контрбатарейной борьбы, то есть в артиллерии это земледелие отминусует в 3 секунды, если только зацепит его, ну то есть с помощью того же локатора или тех же система наведения в дроновых. То есть это один момент. Разминирование может производиться разными способами, включая механическое, то есть те же плуги, ну, много разных таких моментов. А мы, Украина, все-таки, ну, аграрная страна, с одной стороны. У нас очень много было в свое время и танковых, и тракторных заводов. То есть, в конце концов, сварить и тем более предприятий металлургических, и которые обслуживали металлургические заводы. То есть поставить задачу сварить плуг и подцепить его на любое движущееся средство, которое этот плуг может тянуть или толкать, это возможно. То есть мы даже сами можем эти вопросы решать. Вопрос надо поставить задачу, опять же, Укроборонпрому выделить финансирование и решить этот вопрос на нашей базе. Естественно, таких средств, они есть в мире, но все же нам их не отдадут, и их недостаточно для выполнения задачи разминирования сходу. Надо использовать еще и авиационную компоненту. Дело в том, что есть авиабомбы, объемно-детонирующие, так называемые, которые можно использовать даже в режиме, надо просто пробовать, в режиме тех же планирующих авиабомб, обвяжите их джедамами, сбросьте на планирование, и авиабомба объемно-детонирующая взрыва, она может своеобразно разминировать определенные участки, причем даже вновь заминированные. Ну и в конце концов, тоже дистанционное минирование в поля, только вновь заминированные, особенно противопехотными минами, по большому счету, не сильно страшны бронетехники на
гусеницах, гусениц давит. Есть, конечно, моменты, но тем не менее можно двигаться. То есть есть механизмы, как преодолевать эти заграждения. То, что, а то, что россияне успели заминироваться, так это вот вопрос тогда тоже к нашим партнерам. А что случилось? Чего это россияне знали и дали, им дали 9 месяцев подготовиться к наступательным действиям? Они же, понятно, не будут минироваться. Раз им дали, показали, на каком направлении будем наступать. Показали, что нам передадут, причем засвечивали передаваемую технику на всех каналах вдоль и впоперек. Тянулись ее передачей. До сих пор, скорее всего, она не передана. Вот «Абрамсы» только зашли из объявленных последняя партия. Реально еще даже и третьи, наверное, нет боеприпасов. Это тоже есть в информационном поле. Потому Залужный четко показывает и эту проблему, и опять же показывает механизмы ее решения, то есть как и какие типы боеприпасов или техники для разминирования нужны для выполнения такого рода задач, раз уж дали россиянам заминировать действительно иногда по некоторым позициям до 20 километров площади. Ну и вот пятый и останній пріоритет Залужного – це нарощування наших резервів. Зацитую, Росія не змогла скористатися своєю значною перевагою в людських ресурсах, тому що Путін побоюється, що загальна мобілізація може спричинити політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати і оснастити достатню кількість людей. Однак наші можливості тренувати резерви на власній території також обмежені. Ми не можемо легко замінити людей, яких відправляють на фронт. Більше того, Росія може завдати удару по навчальних центрах. І у нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків. Як загалом у нас із цим? Хіба в українці точно так само, як і росіяни, не бояться мобілізації? Бо якщо вже навіть сьогодні можна побачити безліч відео в соцмережах з обуреннями, що хтось невдоволений там мобілізацією, призовом, діями ТЦК і так далі. Плюс регулярно з'являються новини про те, що до цих обхідних шахрайських схем залучені і військовими, і ТЦК загалом. І там з останніх була викрита масштабна схема, в якій одразу 9 військкоматів брали участь. Навіть Росія, приємниця Совєтського Союзу, уже практично ушла від общего мобілізаційного призиву, тобто принудительної мобілізації як таковой, поняв ее полную пагубность. Это при Советском Союзе, ну, во-первых, когда земли, так сказать, пароходы и предприятия, заводы и пароходы принадлежали всему народу, то весь народ вроде как должен был это все защищать. В России, в Украине в том числе, земля продается, пароходы и заводы принадлежат частным лицам, и это уже не работает. То есть идеологическая составляющая вот такая социалистическая, коммунистическая, она просто не работает. А это значит, нужен переход на капиталистические отношения. И вот Россия уже перешла. Во-первых, попытавшись в прошлом году мобилизовать принудительно людей, вернее россиян, и получив негативный результат, во-первых, очень много погибших, очень много сдались в плен и очень много угробленной техники, так как не мотивированный, не профпригодный военнослужащий, он не выполнит боевую задачу. А еще хуже, он еще и угробит рядом стоящее подразделение, или, по крайней мере, своих побратимов. Их близко подпускать к армии нельзя. Это по той же причине, почему нельзя в операционную подпускать человека с улицы, делать операцию. Это по той же причине нельзя выбирать летчика из пассажиров самолета, который поведет Боинг. Нельзя, потому что эти все операции должны выполнять первое – мотивированные, второе – профпригодные профессионалы. И по-другому такие темы не работают. Так вот, Россия даже ушла от этого, хотя она преемница Советского Союза, то есть она отбросила этот механизм, и у них работают рекрутинговые центры, которые предлагают за определенные финансовые, естественно, финансовые ковришки, предлагают выполнять боевые задачи, ну и дальше собирают будущих военнослужащих, пропускают через профкомиссии, не всех берут, то есть отбирают более-менее пригодных, дальше их готовят, отправляют на поле боя. Вот в таком режиме и мы еще должны вперед всей этой системы идти, так как мы
в несколько раз наше количество людей меньше. То есть мы однозначно должны привлечь к выполнению боевых задач мотивированных и профпригодных, потому что у нас нет лага ни по количеству людей, ни по количеству боеприпасов. Мы не можем рисковать самолетами, танками стоимостью в десятки миллионов долларов, САУ, ну и так далее, тому подобной техникой, передавая их в руки немотивированных, непрофпригодных военнослужащих. Потому надо завязывать с этой практикой, старой советской практикой военкоматов. Она просто должна уйти в небытие, переходить на режим рекрутинга, раз мы уже также продали землю, также у нас заводы, пароходы принадлежат частным лицам, значит, должен быть конкретная меркантильная составляющая, с одной стороны, финансовая подушка, определенный, допустим, соцпакет, который должен привлечь, сначала мотивировать людей на выполнение боевых задач, а дальше комиссии, которые должны отобрать профпригодных, подготовить и поставить их на выполнение, то есть поставить на боевое дежурство, так называемое. И с этим хорошо справляются по некоторым сейчас бригадам, а это как раз бригадный тип формирования должен быть. В некоторых бригадах есть рекрутинговые центры, им просто надо дать механизм, возможность рекрутировать и не отправлять обратно в военкомат и протаскивать через военкоматскую старую советскую эту систему. Запустить рекрутинговые центры, которые могли бы заводить первое личное дело на военнослужащего и дальше сдавать его в архив. То есть это целый процесс, который должен сопровождать военнослужащего всю его жизнь, всю его выполнение боевой задачи и дальше выход на пенсию и возврат в гражданское общество, а лучше в госслужбу. На госслужбу, то есть в госструктуры, это оптимал для государства, когда человек, прошедший боевую подготовку, участвует в госстроительстве как таковом. Это рекрутинговые центры в самих бригадах. Это уже запустилось, несколько бригад их имеют, надо просто расширить их диапазон и дать им законодательную базу, то есть ввести все их действия в правовое поле, выбросив из них лишние звенья в качестве военкоматов. А на этот переходной период открыть на данный момент, снять спецучет, снять бронь и разрешить военкомам набирать военнослужащих из правоохранительных органов. У нас несколько сот тысяч правоохранителей, которые мотивированы, так как получают денежное содержание от государства, профпригодны, так как их принимают на выполнение боевых задач, они уже знают, как обращаться с оружием, и по большому счету 30% из любого подразделения может сейчас выполнять боевую задачу на фронте прямо сразу, то есть несколько дней, и это уже готовые мотострелковые роты, а дальше запустить этот механизм и возвращать, во-первых, вернуть наших ребят, которые уже полтора года воюют, подустали, им надо дать возможность отдохнуть, кто-то, может быть, кстати, станет в строй на место правоохранителей, и дальше запустить эту по 30%, по трети от личного состава, запустить где-то на полгода, на 3 месяца, на 4, на полгода запустить эту карусель и всю правоохранительную систему пропустить через линию фронта. Мы тогда, во-первых, восстановим численность, во-вторых, нам не нужно, можно будет полностью отказаться от призыва мобилизации гражданских непрофпригодных и немотивированных людей, так как мотивированные, они сами придут в рекрутинговые центры, и из них выберут профпригодных, а остальные люди будут выполнять задачи уже исходя из их возможностей, в основном в экономике нашей страны. Причем, если говорить о возможностях выполнения боевых задач, то есть профессионализме военных, так всего 1% от населения может выполнять такого рода задачи. Один из сотни. А 99% просто не могут. По разным причинам, от генетических до психологических, физиологических, их нельзя привлекать, иначе не угробят просто-напросто и выполнение задачи, и технику, и сослуживцев. Потому вот в таком режиме надо запускать эти все механизмы,
Залужный показывает только саму проблему, чуть намекая на, допустим, на решение, на то, что нужно привлекать дополнительные механизмы. А вот эти дополнительные механизмы я рассказал. Первый дополнительный механизм и первый слой, который можно привлечь прямо завтра, это сняв спецучет и отправив военкомов как раз в правоохранительную систему. Сотни тысяч правоохранителей у нас готовы выполнять боевые задачи. Сам знаю из своей практики 2014 года, как раз часть, ну, больше 30% в отрядах и в батальонах, которые мы запускали в свое время еще в Донецке при заходе россиян, как раз было из правоохранителей, не очень хорошо себя показали. Это уже готовые бойцы, которым не нужно дополнительное какое-то сходу, дополнительное какое-то обучение. Ну, тобто, якщо підсумувати те, про що ми сьогодні поговорили, і тези, які написав, зрештою, Залужний, більше ви схиляєтесь до того, що це позитивна, якби, стаття, яка вказує на проблеми, але і одночасно на вирішення, які в майбутньому, в найближчому майбутньому, скажімо так, в короткостроковій перспективі зможе, якби, допомогти Україні вирішити ті проблеми, які є станом на сьогодні у наших силах оборони. Она не может быть неположительной. В армии не бывает отрицательных статей или каких-то, какой-то информации. В армии все принято решать, либо предлагать решение. То есть здесь априори не может быть отрицательной информации. А вот если она уже выходит в информационное поле, так она уже выходит как оптимистичная с видением выхода из кризиса или решения тех задач, или решения тех проблем, которые освещаются в армии. Потому Залужный в этом смысле правильный, грамотный командир, который выполнил эту задачу, показав все и вся. И, в принципе, он готов ее, так сказать, выполнять, и он готов двигаться дальше, то есть видя проблему и видя методы ее решения. Зрозуміло. Пане Романе, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цієї розмови. Для усіх, хто нас дивився і слухав, я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Роман Світан, це військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, ще раз вам дякую.